монетку. Какая-то старая уже посмотрел. Сейчас помоем, посмотрим, что это за монета. Тут недалеко тоже вот выкопал вот такие вот запчасти. Зацепчик еще в краске. Там же вот такой зацепчик был. И сейчас две вот эти заклепочки. Дома посмотрим, откуда это. То ли сказки, то ли от фляги. Что-то знакомое не могу сейчас вспомнить. Так что подсказывайте, кто знает. Но домой приеду, посмотрю тоже. Монета дохлая. Француз алюминиевый, по-моему. И пуга по Первой мировой с короной. А сейчас вот монета выскочила. Какая-то старая, написано. Фенинг. 4, 3. Что за римские цифры там? Первый раз такой я вижу. Год, по-моему, 1758 стоит. Сейчас ополосну чуть-чуть, посмотрим. Немного обмыл. И вот такая вот монетосина. Первый раз вижу, чтобы так было написано 4. Я вообще первый раз такую монету нахожу. 4 пфенинга, 1758. Сзади что-то ничего не понятно. Ну, все равно прикольная монета, старинная. Зачет, как говорится. Прозвонил тут же. Еще одна выскочила. Скорее всего, такая же монета. Да. Вон видно опять эти странные 4 палочки. 1748, по-моему, стоит. Вижу. Офигеть. Нормально. Сейчас прозвоню еще. Может, выскочит. Хороший сигнал. Здесь вот одна была, здесь вторая, вот тут еще. Где есть? Вот. Еще одна. Третья. Ну, это лучше сохран. Находочка выскочила, которую я давно уже искал и все никак не мог найти. Наконец-то она мне попалась. Смотрите, что нашел. Это колокольчик. А, зацепил немножко лопаты. Класс. Вот это да. Давно я его искал. Никак мне не попадались. Только осколочки и все. Тут вот тебе на целый. Чуть-чуть помятый, но колечко внутри. Но этого, как она называется, бубенец, то ли как, нету. Ну и так пойдет. Отлично. Ищем дальше. Вот и бубенец нашелся. Вызвонил я все-таки его здесь. Рядышком был, далеко не убежал. Все, колокольчик в сборе. Соберем его до кучи, будет звенеть как новый. Выкопал сейчас здесь такой вот кругляк, здоровый медный.
Сначала не хотел показывать. Ну, какалик, ничего на нем не видно, но чуть потер. Вон появилась какая-то картиночка. Смотрю, смотрю. Не могу понять, что там за изображение. Непонятно, ничего не разберу. Что-то проглядывается. Сейчас. О, так вот еще чуть-чуть лучше видно. Не пойму. А вам что кажется там? Хм, интересно. Дома помоем, получше посмотрим, что это такое. Какая-то старинная монета, может быть. Поле вон скошенное проглядывается. Катушки на поле лежат. Скосили уже траву. Сейчас посмотрю, может, выйду там. Похожу немного, если есть возможность. А тут пока вот находочка. На краю монитос какой-то тоненький. Ух ты, крошится. Смотри, гнилой весь какой. Надо аккуратно почистить. Посмотреть хоть что это такое. Края отваливаются. Сейчас посмотрю, если что-то интересное, покажу еще раз. Зашел опять в лес, по полю прошел, чуть-чуть жарко там сильно. Чуть-чуть походил, вот, из более-менее нормального. Монитос французский и какой-то значок. Может, зимняя помощь какая-то. А сейчас вот находочка на дорожке на этой. Монетка. Краешек тиранул, блестит. Не знаю, серебро или нет. Сейчас будем смотреть. Похоже на серебро. Точно. Ага, есть. Молодец, Сергей. Нашел сегодня серебро. 1847 год. Зильбергрош. Класс. Класс. Одни какалики прут, задолбали. Сейчас вот опять выкопал. Думал, опять ничего не видно будет. Чуть-чуть пошкрябал, нет, видно. Наполеон. Наполеон выскочил. Тут же прозвонил ямку, это же был сигнал. И вот второй Наполеон. Залез какие-то непролазные кушары. Но не зря залез. По-моему, у меня выскочило старинное серебро наконец-то. Вот такая шайба. И я вижу, что она блестит. Ах, наконец-то. Наконец-то, 100 лет я уже не находил такие монеты. Сейчас будем мы смотреть, что это. Ну вот что у нас вышло на свет белый. Вот такая вот монетосина 1637 года. Серебро чуть-чуть почистил, сильно не стал шкрябать. Дома в лимонку кинем, отмоем, и потом еще раз в конце посмотрим, что это такое. Здесь непонятно пока что за рисунок сзади. Супер, что еще сказать. Так, ну что, посмотрим, что нам
удалось накопать за последнее время. Высвим, посмотрим. Вот такая куча пока непонятно чего. Сейчас будем сортировать, мыть это все. Пока я буду этим заниматься, вы напишите какой-нибудь комментарий. Если не хотите писать, поставьте хотя бы какой-нибудь смайлик, тоже нормально. Ну и лайк. Когда помою, все покажу. Если не понравится, значит, можно поменять на дизлайк. Все, моем. Ну и вот что я здесь намыл. Начнем отсюда. Немного свинца. Две бутылочки. Поставим их на продажу потом. Пряги. Зацепчики. Какие-то бронзовые старинные непонятки. Вот попалась в лесу вот такая вот штучка прикольная. И это у нас карандаш. Какой-нибудь Марко Поло. Бегал, карты составлял и потерял. Вот такое вот колечко. Первый раз такое нахожу. Малюсенькое. Что-то там написано. Надо под лупой прочитать. Потом такие вот монеты. Какалишные. Почти ничего не видно, но это здесь вон видно герб какой-то. Вроде как талер. 1786 год проглядывается. И чья-то голова. Ну и эти тоже по рисунку уже похожие находил. Вроде бельгийские монеты. Потом, что у нас дальше? Наполеоны. Два Наполеона. Рассыпушка была. 1800 какой-то год, не вижу. И второй 54, 1854 год. Такие два Наполеона. Французские 10 сантимов. 1 франк, 2 франка. Немцы, 2 марки, 50 фенежек, 1 феник. Еврики современные попались. Ну и вот рассыпуха из 3 монет. Старые. 4 фенинга 1758 года. И 2 штуки. А, 2 штуки по 58 года и одна 1848. Такие прикольные монетки. Так, серебряный. 1 зильбенгроши 1847 год. Программы. Вот такой вот серебряный пятак. Это у нас, как я посмотрел, один скален, или как привыкли все называть, шиллинг. Один шиллинг. Тысяча 637 года.
класс. Ну и колокольчик подвешал, звенит как новый. Ну вот такие вот находки порадовали меня в этот раз. Надеюсь, будет всегда так. Хотелось бы. Так, ну все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. И пока, до следующего выхода.